вилки отключены. Единственное, что работал здесь телефон у меня в приемной, и я с людьми общался много, и приемная общалась постоянно, телефон ну просто был в таком аж горячий, потому что постоянно в рабочем режиме был. И я хочу сказать, что, вы знаете, общался, наверное, с сотнями людей и по улице, и по телефону. Ни один человек не выразил в отношении ко мне, к власти, агрессии. Вот все с понятием. Были женщины, которые мне говорили, я общался с ними по телефону, они бедные плакали, ну, а я им помочь ничем не могу. Ну, говорю, помощь там, можем что-то еду привезти, кипяток, тепло, все, но не можем мы дать свет. Ну, не в состоянии мы это сделать, потому что не в нашей компетенции. Наши внутренние сети, вот, которые сейчас функционируют благодаря тому, что все пока, слава богу, нормально. Из-за того, что нет тепла. Люди дополнительные себе всякие включают обогреватели, они выдержат, как вообще с этим? Пока, видите, пока не было еще нигде сбоя.